Здорово, друзья! Короче, нас прям очень много людей просило посмотреть этот ролик, который сделал Заквиэль по My Shuldo 3, который называется «Я сделал эту ловушку для жирафа полгода». Подожди. Аминь. Да, это уже это смутило. Окей. Погнали. С вами Заквиэль, это новая Привет. Серия по Майншилду, первый видос с вебочкой, надеюсь, он вам понравится. Можете сразу прожать лайки, ведь сегодня я поведу вам обязательно очень интересную историю про Майншилд. Я записываю этот ролик почти... Что? Подожди, а Майншилд 3 да. он делал полгода, но Майншилд 3 не существует полгода. Майншилд 3 существует где-то месяц. Получается, он где-то заранее... А мы знаем все. Не все. Ну ладно. А где-то он, получается, заранее тестировал свою ловушку, наверное, перестраивал ее, и потом уже ее... В Крете, к примеру. Например. Потом затестировал уже на сервере. Полгода. Поэтому для начала отмотаем время назад и вернемся на Майншилд 2. Где все это дело? Оно связано. Тогда я занимался космической программой и создал Спейсшилд. Но в какой-то момент механизм дал сбой, и мы взорвали часть спавна, что в свою очередь привело к выборам и созданию совета 5 игроков. Куда, кстати, я тоже вступил и был один из членов совета. И это очень многих не устраивало, тем более, что я попал на главу правосудия, а мистер, или точнее сеньор жираф, в то время тоже очень сильно хотел быть судьей, поэтому некоторые участники нам постоянно мешали, врывались. Помнишь, когда пытались сорваться? Мы Алфедо смотрели. Три недели совету. Новый набор совета. Ни одного правила, ни одного дельного что-то. Все в процессе. Импичмент. Импичмент. Три недели совету. Алло. И так мне продолжали ставить палки в колеса, давали фейковые дела, пытались подставить, чтобы быстрее сместить с должности. Но вы же меня знаете, я люблю такие штуки, как ловушечки. Поэтому еще полгода назад у меня в голове созрел небольшой план мести. Забрать мести. Что-то действительно ценное. Жирафу и именно. Ресурсы не подходят. Ведь это уже почти конец сезона. Жираф — ютубер, который вечно занят, строит большой проект. Тогда ответ. А, да, жираф, он же, получается, всегда делает... ну, не всегда, а часто делает картины, видишь? У него очень-очень много всего в картин, получается. Скорее всего, он на этом и специализируется. Помнишь, как он толкал какую-то странную картину за Оверда Хренелиона в бриликах? Это он? Жираф, это же все продавал. А, толкнул какую-то фигню за... Алфеотов купил. Дофига. А потом хотел, хочешь мою картину крутую? Алмазов, да? А Альцесту такой, хочешь картину, я тебе подарю, смотри, какая классная картина. Или что там было? Просто. Время. Нам нужно отнять у него максимум времени, оставив его беспомощным. А чего? Стоп, прежде чем мы продолжим, в последнее время вы могли заметить, что я... В смысле, почему? Потому что у них была конкуренция за место судьи. И только из-за этого такая месть кровная. Вот такая вот, да. Которая длится полгода. Чаще использую шейдеры в Майнкрафте. На чем мы остановились? Ах да, время. Кстати, свое тоже будем экономить. Смотрите, как прикольно я прикрутил линкованные квантовые предметы к турбопечке и копаю сейчас песок, который нам потребуется, и часть этого песка... Что-то не на русском. Ну это было, как в прошлый раз он говорил, знаешь, там что-то как-то перемещается куда-то, это все линкованное. Это как-то там дублирующее, что-то такое. Мы так и не разобрались. Уже телепортируется в турбопечку, которая находится от меня на довольно-таки большом расстоянии. Получается, пока я буду копать, часть уже пережарится в стекло. Ой, стоп, мы же говорили про второй сезон. Так вот, я наведался на базу жирафа, чтобы посмотреть, чем он там занимается. О, и был прав, он строил большой красивый замок. Но нам нужно было выяснить, где находится его кровать. Ведь кровать — это ключевой момент в нашей ловушке. Это было легко. Конечно же, его кровать стоит прямо на... Нужно кровать уничтожить, чтобы он там не заспавнился. И как-то его там... Как-то. Подожди, а что если просто сделать ловушку в кровати? Пази там, где склад. Не-не-не, надо сначала, видимо, построить какое-то невыходимое место. Он в этот момент, оказывается, строил, и у него была еще одна кровать. К счастью, ты я жулик. Это заметил. Можно начинать действовать. Прямо возле его кровати я быстро выкапываю туннель до самого дна мира, и там начинаю потихоньку ломать бедрок, чтобы получилась большая яма пустоты. Сначала все идет великолепно, яма уже практически готова, пару сотен ТНТ уже потрачено, как вдруг жираф заходит. И в этот момент сердце у меня немножечко ёкнуло. Я сразу нажимаю Shift и сбегаю оттуда, чтобы не спалиться. Красота. А теперь... то почему этот ролик, блин, полгода выходит? Я через полчасика возвращаюсь на сервер, когда жираф вышел.
И он все увидел. Что он сломал кровать. Сам? Ладно, не страшно, ведь... И теперь, получается, он хочет сделать ловушку под кроватью, да, походу. Да, а он, получается, сломал? Это была дурная работа. Потом, знаешь, под другой кровать подкопал, он такой, а я ее сломал, на другое место переставил. Так это нереально. И человек полгода мучился. Чтобы сделать это. Чтобы просто отомстить его, потому что когда-то он ему что-то сделал такое. Конкурировал с ним на место судьи. Да. Ведь мы знаем, где вторая кровать. Точнее, кровать номер один. Поэтому двигаемся туда, снова заглядываемся вниз, и пока он не зашел, снова повторяем план и начинаем там тоже выпамбливать территорию, тратить сотни ТНТ и уничтожать бедро. Твой режим дня теперь основан на жизни дня жирафа. То есть ты спишь только тогда, когда жираф играет, получается. Mm-hmm. Ну, ты ходишь, смотришь все время. Как вдруг, угадайте что, снова. Жираф снова заходит. Ты сваливаем. Снова ломает? Решил кое-что проверить в креатив мире. Взрываем ТНТ и отходим на 16 блоков. Слышно. Нет. Взрываем ТНТ, отходим на 32 блока. Все слышно. Равно слышно. Взрываем ТНТ, отходим на 48 блоков. Слышно. И так тоже слышно. Взрываем ТНТ и отходим на 64 блока. О! Тишина. Это слушай, а то, может, мы на поверхности? Нужно. Мы находимся явно может, по-другому звук дальше, работает. Чем 64 блока нет. От жирафа. Значит, наглеем и продолжаем. Угу. Прямо во время этого, когда да. Он сверху находится. Так у тебя получается... О, реально, сделал... Что это? Что, вот он хотел до бездны прокопаться, до черной дыры. А-а-а. Прокопать весь бедрок, все, чтобы выйти за текстуры. Да. За текстуры вылезет? Ну, видимо, да, как Алиса в стране чудес, там вообще полный в трубу. А что потом? Получается, ну, если теперь заходишь максимальное снова, унижение. Сюда? Я не знаю. Мы его сейчас узнаем с тобой. Это получается, нужно ставить ТНТ и каждый раз отбегать. И как его дистанционно, получается, подрывать? Не, ну да, там время есть, там время есть. Снова отбегать? А, таймер, в смысле, на ТНТ? Я просто не понимаю, как он туда потом не вылезет. То есть, если он перезайдет, он опять же появится на этом месте, снова падает вниз? Ну, мы сейчас с тобой увидим. Готово! Да! Этот жираф снова заходит на сервер. И снова ломать кровать. Да? И я снова иду посмотреть, чем он там занимается. И как вы думаете? Он сломал кровать. Что он сделал? Он ломает кровать. Он сломал кровать. Он снова перенес кровать. Красава. Представляете, да, мое лицо в тот момент? Да. Он чувствовал что-то. Только докопался как надо. Но мы же не можем просто взять и бросить это дело, правильно? Вот уже МШ-2 закончился. Переходим в третий малышев. МШ-3 начался, и я вновь прихожу к нему на базу. И вижу у него снова две, блин, кровати. Правда? Он что-то знает. Он что-то знает. Размечаем места падения, а дальше вы уже знаете. По старой схеме на дно мира и уничтожаем бедрок. Теперь быстрое объяснение, как человек активирует ловушку, просто когда ляжет на кровать. Мы используем бат-свичи, то есть вечно выдвинутые поршни, как только рядом что-то обновляется, они тут же задвигаются. Получается, если человек ляжет на кровать, под ней будут поршни, немножечко, конечно, палевно, но другого варианта нет, то тадамс, он встанет с нее и упадет вниз. Так произошло бы в идеальном мире, но, к сожалению, подобрать четкие тайминги, когда именно вот этот блок снизу должен выдвинуться, я так и не смог, потому что человек может... Долго лежать на кровати, может встать в нее сразу, может вообще он на сервере будет ждать, пока все лягут спать, и будет вставать с кровати слишком долго. Тогда этот блок выдвинется либо слишком рано, либо наоборот не успеет выдвинуться, и все. И человек просто обнаружит ловушку, и она по итогу не сработает. Мы такого допустить не можем. Поэтому я позвал на помощь Моди. Привет, куда лететь? Все, Моди, привет, привет. Все, Моди тоже сообщник. У меня к тебе есть небольшая просьба. Короче, стой над жирафом и скажи, не вставай, не вставай, вот так вот. Ты же довольно хорошо общаешься с жирафом. Так. Мне нужно, чтобы ты... Так ты сдашь! Нельзя говорить ему. Я бы немножко отвлек. На буквально 3 минуты. Где конкретно? Где-то, чтобы он не был на своей базе при этом, вот. А, понял. То есть, чтобы ты его куда-то позвал. Ты приходишь, жираф, слушай, мне сказал Загвель отвлечь тебя, поэтому я отвлекаю. Да, он сказал, что будет на твоей базе. Сюрприз. Не, я думаю, мне нравится друг друга пранковать. Жираф очень часто умирает и так, в принципе, вот. Если можем с тобой как-то договориться, чтобы ты его еще и убил, то было бы вообще хорошо. Настоящий друг, настоящий друг. Нет, такой, нет, что ты? Я никогда такое не сделал с жирафом, Моди. Ага. Какая цена вопроса? А в этом моем шлюте у него есть такая услуга, помнишь, как там... Головорез? Охотник за головами? Я не знаю. За алмазы убью кого хочешь. Я не знаю, возможно. Он уж появится на базе. Он появится на базе, да, уже все будет нормально, вот.
Но при этом, я сразу говорю, я просто, чтобы тебя не подставить по итогу, у него просто на базе небольшая такая микро-рофл-ловушечка его ждет, вот. А, на микро-рофл? На спампоинте, да? Да, на спампоинте. А не лучше, если я его в энд пойду? Не, смотри, короче, в чем суть. Надо, чтобы ты его убил еще, знаешь, для чего? Если ты его, допустим, убьешь, ты сразу его вещи подберешь, чтобы он вещи свои, в случае чего, не потерял в ловушке. Ну, сейчас подумаю. Маякнешь мне тогда в ОС, когда я могу выйти к нему на базу? А что так внезапно он убьет? Давай, спасибо. Ну так, просто... окей, момент истины. Скажет, я случайно захотел. Знаешь, а там же как бы броняш, они нас не даст просто так легко убить. Да. Он будет убегать еще, знаешь, что может сопротивление будет. Да. Тогда нас как-то попросить, чтобы он броню снял. Ты знаешь, сказать такой, типа... Такой, а покажи, жираф. Покажи, что мне, что у тебя под броней, под твоей. Раздевайся. Раздевайся. Жираф, я хочу пригласить тебя кое-куда. Такой приглашает, там построил какую-нибудь сауну специально для него. Раздевайся. Ну что, жираф, раздевайся. Здесь как бы надо без одежды сидеть здесь. Ага. Сауна. И то... Давай. Я поджидаю. Моди зачем-то позвал жирафа к себе. Он что-то там, походу, взял. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Теперь я надеюсь, что я не ошибся, обратившись к Моди, потому что он... Да. Алло. Мне что-то с Дискордом он... Ой. Так, куда? Я думал, что это он мне. Моди должен сейчас его отвлечь отсюда и увезти его с базы. Это все, что мне нужно. Так, хорошо. Хорошо. Мне нужно всего лишь буквально... А теперь подглядывает из воды импоста. Так. Тихонечко. Он под невидимостью? Почему я? Что я такого сделал? Это жираф, да, говорит? Видимо. Блин, а как же это ж нужно заснять? Тебе ж видно будет через стенку. Не, может он под невидимостью? Ну он под невидимостью, давай, но через стенку, что наверное, ник будет видно. Согласись, пожалуйста, нет? Согласись. У него две кровати. В смысле, а раз под невидимостью видно ник? Кто-то бегает, в смысле? Ну, через стенку, как бы, я думал, что будет видно всех, да. Просто видишь, вот у тебя эти барболики видны. Вот. И что? Может, и ник будет виден? Не уверена, мне кажется, нет смысла тогда. Толку от этого зелья невидимости. Не знаю. А зачем там барболики делать? Это сам вообще под зельем. Так он тоже там будет, или что? Так. Моди должен мне маякнуть. Он должен мне маякнуть в чате о том, что жираф уходит. Так. Только бы он сейчас не вернулся, пожалуйста, жираф, только не вздумайся сказать, что ой, я что-то забыл, сейчас я вернусь, погоди, и все. Да. Так, походу это наш... А тебе нужно придумать. Выход. Короче, мне нужно застроить все кровати со всех сторон, обязательно. Это же база жирафа. Я не знаю, он спал, либо на этой, он постоянно фармит головы, это проблема. Две, если он вернется. Можешь идти, отлично, готово. Все. Готово. Блин. Жирафу умирать. Теперь он появляется здесь, он падает, появляется здесь, капец. Он падает. Появляется он прямо на плите. Да, 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 да. И по идее у него нет никаких шансов никак успеть. По идее. Моди чат, друг. Вот это друг. Скажет, дружище, спасибо. Он появляется, и он падает. Появляется? Пал? Да, да, да. Вон там съемка камеры. Смотри. Он застрял. Что это? Он не упал в дырку. И что это? Он застрял. А, не, он падает, смотри, медленно, паутина. Это чтобы мучение взять, чем мы. Он понял, что его ждет. Я поняла. Это значит, как в фильмах ужасов про злодеев, когда главных героев таких на кабель какой-то вешают или на веревку и медленно в котел кислотой опускают, например. И он говорит, типа, я хотел себя убить, Джонни, потому что злые плоды, ты мне надоел, Джонни. И так рассказывает ему, а он медленно умирает. Такой... Он решил так, он в паутинке. И что мне делать? И что мне делать? Теперь стыд на все. Так. Хорошо. Ждем. Моди! Моди! Возмущение! Блин, Моди, это ты? Правда, подумал, что Моди причастен к этому. Так вот, кто это сделал на втором сезоне? Он знает. Он видел, он получается знает. Он слышал, может быть. То есть не слышал, он, походу, докопался. Может, до туда. Дырку зашел такой. Он больше поэтому кровати и менял. Походу. Он потому такой, что вот что-то выглядит подозрительно. Может, в принципе, что строит, он может случайно раз вниз, опа, дырка. Что-то подозрительно. А что тут дырка такая в дно прям? Он знает? Я понял все. Да, что он спрыгнул вниз, чтобы я поставил стекло, чтобы нам было видно лучше отсюда. Да. И что мне здесь делать? Ничего. Я здесь стою, просто вот тут. Ну, то есть, ну... Ведь это Моди, нет, Моди, только не спасай его слишком быстро. Ты в другую дырку прыгай. Тот войт. Ну, я как бы понял. Привет. А Моди даже прыгнул, это штука. Сказать, что каждый раз, когда я буду умирать, я буду здесь появляться? Да. Да, умри, спрыгни разочек. Моди, ты что там стоишь? Сейчас Моди попадет. Нет, вещи не... Ну, спаси. Ай, Моди!
Нет, мой. Нет, у него литры. А, тут две дырки. Он убежал. Подожди, нет. Я думаю, может перепрыгнуть куда можно. Так, так, так. Держи голову. Вот он через... Вот здесь я... Вот, это себе сделал наблюдательный пункт, захвели, чтобы на него через стекло... А что, она не будет с ним разговаривать, типа... Ну подожди, подожди, может быть... Помнишь, когда ты мне дорогу пришел? Складейский план? Не, может просто жираф пока думает, что это Моди его подставил так. Понимаешь? Может вообще не понимать, что это пока Заквель. Получается, Заквель двоих человек подставил. Туда. Еще и Моди. А сам не виноватый такой. Выкинь. Блин, надо больше сказать, что Моди не приходил сюда. И так выкинул. Это... Не, не надо все остальные вещи. Нет, выкинулся. Нет, выкинулся. У меня есть какое-то задание, я не понимаю. Я просто спрыгнуть могу. Но я просто появлюсь тут же. Нет? Он спрыгнул, жираф. Да? Как работает. Еще пойдет тоже туда же. Упадет туда же. Второе стекло. Жираф, ты можешь ботинки снять? Не летит заново. Ой, ботинки. Заново летит. Полетел. Через паутинку, получается, падает, да? Медленно еще так. Да. Привет, а что вы тут делаете? Заквель пришел, да? Делаем. Ты тут как вообще попал? Вон он, смотри. Тебе должен быть злодейский план. Со второго сезона. Я в такой дырке на втором сезоне умер священница с ними своими. Да? У жирафа. На базе, серьезно? У меня была прям такая же, да. Ты слышишь? Короче, Моди умер в дырке у жирафа. Ты что, не понял? Со всеми своими вещами! Звучит классно. Моди умер в дырке жирафа. Ну, короче, видишь, они докопались, походу, до дырки, начали следовать. И Моди уже умирал. В дырочках, ладно. А тут я так, без дырок. Я залетел в дырку и просто будет упал. Я, короче, разбился об блок, и все мои вещи разлетелись в дырку. Ну, ладно, ладно, жираф, короче, это такая тебе микро от меня сюрприз. В общем, это, да, это ну, я... Ну, для Моди что-то тоже был сюрприз, получается. Знаешь что? Я ненавижу тебя, знаешь почему? Почему? Я записываю этот ролик уже, получается, почти полгода, чтобы ты понимал, серьезно. Потому что ты строил свой гребаный замок. Я кинул. Пойду, пробомблю, потрачу на это 2 часа, несколько стаков TNT, а то и даже больше. Вот. Потом ты строишь замок, переставляешь кровать в другое место. Я иду в другое место за тобой. Там снова трачу несколько часов, пробамбливаю еще одну дырку. И угадай, что ты снова меняешь положение кровати. А случайно менял? Походу, да. Жесть. Так... Ну я не мог бросить эту идею. Эта идея сидела у меня в голове до последнего, понимаешь? Я не мог сдаться. Несколько. Это надо сейв скачать, посмотреть. Мне реально интересно, сколько их там. Ты увидишь это в ролике, не переживай обязательно. Жесть, пранк. Знаешь, почему-то злодейский смех у жирафа, а не у Захмеля. Что-то пошло не так. Хорошо, что ты ради меня страдал, доктор зло. Сколько ты мучился. Чтобы я поймать. Да ты сам себя наказал. А я просто упал, ты мне сразу кинул бревна. Ну не сразу. И я сейчас вылезу просто и просто повеселюсь. Ну да. Да ты сам страдал. Так и получается. Продлился полгода. Да, чувак, да. А почему их две? У меня была под базой одна. Потому что у тебя две кра... Подождите. Его спихнули. Да, я здесь. Потому что у тебя две кровати, и я не знал, на какой ты спишь постоянно. Ты то на той спишь. А, жрав, на штаны? То есть ты следил за мной, где я сплю? Да, чувак. Да. Потом я такой, как там белье менял. У тебя сначала одна кровать стояла, я начал вот этот план уже возобновлять здесь тоже снова. Потом смотрю, ты вот эту свою производство голов открыл, другую кровать поставил, я такой, да блин, да что ж такое-то. Я понял, Зак, я сейчас буду играть и ставить минимум 10 кроватей в разных местах, чтобы тебе сложнее было в следующий раз. Не, хватит с меня. Зак, у тебя быстрая реакция? Вполне. Сейчас его скинут. Я ракетки в руки взял на всякий случай. Ага. Да? Да. Ну, если что, А литра денег? Если что... О, мне литр не на мне. А, литр нет. Тихо. А, литр нет. А, его скинули. Успел. Успел. Ну, ладно, Моди, мы можем, в принципе, идти, наверное, вот, да. Алло! Идти! Алло, хватит. Распорядись. Кстати, это классная тюрьма вообще, да? Реально. Помнишь, как-то раньше строили какую-то тюрьму? Для Нео. И он все равно как-то вылез. Вылез. А это вот прикольно, что ты бесконечно будешь только падать туда, только надо у него литры отобрать. Пока тебе кто-то... Нет, так ты еще умрешь, только бы там ничего не будет, получается, у тебя. Никаких литр, ничего. Ну, когда ты умираешь, когда тебя убивают, ты же падаешь туда. Без вещей ну вообще. Да. И ты будешь бесконечно падать. Это как бы классная тюрьма. Ну, кстати, пока тебе не помогут, ты не вылезешь оттуда. Ну, кстати, да. Да. Жестоко. Ему вообще, по идее, стоп. Один. Ты одним боком можешь выбраться спокойно, кстати. Да, мне вот здесь вот этого хватит. Понятно.
Ну, я вроде вот так... Кажется, ты допустил ошибку. Ты можешь сюда запрыгнуть. А, ну ты вот сюда можешь запрыгнуть, вот нормально. Да, сломать его можно. О, нет! Ё-моё. Вообще, он сюда мог запрыгнуть спокойно, ну ладно. Давайте еще раз полетаем. Конечно. О, слышу, слышу. Я готов еще раз полетать. Когда он сейчас 1 литр попаду на блок? Да. О, и литра, так. Все. Не-не-не, блин, самое, кстати, смешное, что даже если он выбирается сюда, по сути, у него нет кирки и ничего, чтобы выбраться дальше. Кстати, да. Ну, как я бы тогда просто устраивал 12-часовой стрим и копал бы рукой. Долго бы копал. Если что, жираф, в качестве компенсации ты можешь на нашей ферме бесплатно чиниться, вот, без проблем. О, хорошо, еще и бонусы. Шмотки. Короче, я сейчас скажу. Топор, лук, стрелы. Жесть. Вот зачем он меня друг душеньки звал. Шлем тоже, да. Жесть. Пошли к душеньке, у него круто будет. Так, Зак, я к душеньке. Давай, давай. О, боже. Да, господа, вот такой получился у нас пранк. Неплохой, по-моему. Оп, и резко кончился. Да. Короче, получается, что этим роликом Заквель больше себя наказал, чем да, жираф. Да, а то, что так жираф долго жираф помучился все на 5 минут, ему еще сказали бонусы, что типа, теперь ты можешь починить на нашей базе свои вещи. Да, он просто поучаствовал в таком... Шуточки такой. Ну ладно, постоянно. 5 минут потратил своего времени. Сколько времени и получил еще плюшки. Да. Кто еще кого пранканул, наказал? Я думаю, был бы хорошо пранк, если бы здесь мой дичат не участвовал. Если бы как-то получилось так, чтобы он случайно как-то умер, либо как-то его убил кто-то, но... Ну, это было бы очень сложно реализовать. Как будто это он случайно упал туда, и такой, как то? И не понимал. И постоянно дать ему там час повисеть, чтобы он постоянно туда падал, падал. Да, не, мне кажется, просто видишь, что это очень сложно реализовать, потому что нужно, чтобы какие-то все эти тайминги совпали, ну, конкретное да, место, потом да, пришлось привлекать еще постороннее третье лицо. Ну, поэтому вышло не так сочно. Че ты так думаешь? Мне кажется, все равно прикольно. Ну, они как бы сразу раскрыли. Такие, нет, типа... ну то, что раскрыли сразу, ладно. Главное, что Заквель все-таки добился, то, что он хотел полгода строил, все-таки ну, в итоге построил, душенька, блин. Душенька свободна. Да, душа свободна. Не душенька, а душенька, у них там чувак такой есть душа на сервере. А душа, да, тут уточняй. Я сейчас не то подумаю. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо тебе за просмотр, пока. Неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.